Сегодня я решила побывать на самом значимом событии украинского ювелирного искусства – «Ювелир-экспо Украина». Украинские и зарубежные ювелирные дома сегодня представили здесь новые коллекции украшений. Золото, алмазы и платина традиционно во все времена считаются универсальным ключиком от женского сердца. Здравствуйте, Михаил. Расскажите подробнее о студии ювелирной живописи, которую вы сегодня представляете на выставке. Это наш дебют. Мы первый раз участвуем в данном мероприятии. Решили вас порадовать чем-то необычным. Мне очень понравилось это кольцо с метеоритом. Железный метеорит. Найден он был в 92 году в Бразилии и является очень редким, потому что не более 100 килограмм было найдено осколков. Помимо метеорита я вижу здесь бриллиант. И желтое золото. То, что сейчас как раз на пике актуальности. Просто я влюбилась в это кольцо. Сколько оно стоит? Порядка 4000 УЕ. Какое из изделий, представленных здесь, является изюминкой вашей коллекции? У нас представлена отдельная коллекция из 5 предметов, которая очень-очень глубоко философская, сакральные трипольские символы. Белое золото я вижу, бриллианты. Что это, керамик? Это стекло сапфировое. Символы трипольской культуры здесь взяты, она не посвящена трипольцам. Это, скажем так, просто временной отрезок. Да? Культура, которая жила на территории Украины 7000 лет назад, высокоразвитая, которая строила многоэтажные дома, которая была свой язык, и религия и так далее, и так далее, и так далее. Но она бесследно исчезла, канула. Но прошли века, а памяти не осталось. Песок – это время, которое струится сквозь пальцы. Это женское украшение? Да, да. А память нетленна. Замечательный кулон. Сколько стоит такое изделие? Порядка 30 тысяч УЕ. У вас каждое изделие эксклюзивно? Конечно. В единственном. То есть, если я покупаю это кольцо, я уверена, что такого больше ни у кого не будет? Или если вас попросят, вы все-таки сделаете? Вообще, эти изделия произведены в единственном экземпляре. Но если человек хочет, чтобы действительно у него было такое одно, то мы вплоть до того, что можем дизайн запатентировать. И никто, кроме нас, не сможет его сделать. Не будет, не имеет права его сделать. Ну и, соответственно, мы подписываем договор, что мы его не повторяем. Сейчас в ювелирных украшениях существует 3 стилевых направления – классика, авангард и фольклорная тема. На пике популярности украшения с крупными камнями.
также на пике популярности необычное сочетание камней в одном изделии. Жемчуг, бриллианты, желтые сапфиры и турмалины. Опять возвращается золото солнечного цвета, а также медных и кофейных оттенков. Капризно и изменчиво. И то, что еще год назад было на пике популярности, сейчас стало старомодным и неинтересным. И только бриллианты остаются всегда неизменно популярными. Украшения, в которых есть бриллианты, всегда роскошны и изысканы, а также являются лучшим подарком для каждой женщины. Бриллианты всегда в цене и всегда в моде, а вот черные бриллианты стали модными не так давно. Трудно поверить, что совсем недавно алмаз, из которого делают черные бриллианты, считался техническим сырьем и стоил всего $10 за карат. Своеобразной изюминкой выставки стали изделия с использованием угля антрацита. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите подробнее о вашем ювелирном доме. У меня ювелирный театр, мы создали его. И театр – это то, что я преподношу игру камня с драгоценными металлами. Да? И нашей изюминкой, запатентованной идеей, идет включение ювелирных изделий с углем. Уголь – это осадочная порода, но она имеет включения, такие как вулканические, это белый кварц, или же перитные включения. Такое впечатление, что это золотой песок. Вот этой изюминкой как бы мы удивляем. Никто еще в мире не догадался органично сочетать, включать и вознести уголь в ранг искусства. Скажите, а как пришла идея использования угля в ювелирных изделиях? Идея пришла само собой, потому что я украинка, но с Донецкого региона. У нас каждая третья семья – это шахтная семья. И, наверное, чем можно гордиться в моем регионе – это героическим трудом. Весь мой творческий коллектив относится к украшениям так, что самая большая ценность – это мы с вами. А украшения настолько подчеркивают. И вот этой неординарностью, да, оригинальностью мы бы и хотели подчеркнуть тот или иной характер и тот или иной стиль человека. Скажите, пожалуйста, сколько вот стоит колечко? Это серебряное изделие с углем. С углем, да? С включением спирита и алмазами. И блеск угля и алмаза практически идентичен. Движущееся крылышко стоит такое изделие 4800 гривен без скидки. Каждое изделие эксклюзивно? Да, получается. То есть это колечко в единственном экземпляре? Да,
гитаре, и любители приходят, я все равно видоизменяю. То ли крылышко не то, то ли добавлю что-то. Понимаете, не получается одинаково. Не могу поставить на поток. Вот это в моем может быть и конек, который не позволит мне массово выпускать одинаковые изделия. Возвращаю. Может быть, я вам подарю? Ну, я, конечно, не откажусь от такого подарка. Да. Спасибо. Спасибо. Один из первых металлов, обнаруженных человеком. Однако первобытному человеку нужны были крепкие материалы, а золото проигрывало в этом плане минералам и дереву. Золото настолько пластично, что слиток размером в копеечную монету можно раскатать до листа метрового диаметра. Это и позволило ему найти применение в ювелирном искусстве. Сейчас в ювелирных украшениях существует три стилевых направления – классика, авангард и фольклорная тема. Классические изделия изготавливают из самых высококачественных металлов и самых чистых камней. Ведь мода на авангард меняется, а классика остается всегда. Авангардные украшения удивляют неожиданностью форм и сочетанием различных материалов. В ювелирной моде этого сезона прослеживается стремление к природным мотивам. Бабочки и цветы придают романтику каждому образу. Украшения в фольклорном стиле – это оправленные в золото кораллы, бирюза, перламутр, а также кожа и мех. Таких ювелирных украшений на выставке представлено немного. Над разработкой их трудится множество дизайнеров, но совместить роскошь и мужественность не так уж просто. Ювелирная выставка вызывает множество положительных эмоций. А на сегодня все. С вами была я, Юлия Кунина, и программа «Тур Гламур». До встречи через неделю!